Шокирующее преступление в Петропавловске. Средь бела дня 19-летний парень пытался убить сотрудника агентства по недвижимости. Все это происходило прямо в офисе. Менеджер фирмы спокойно работал и не подозревал, что его жизни угрожает опасность. А в это время посетитель набросился на него с ножом. Нападавшему не удалось далеко убежать. А вот пострадавший теперь недели две проведет в больнице. По словам врачей, нож проник в голову почти на сантиметр. Полицейские же пояснили, что оба парня давно знакомы. Удар был нанесен ножом в область правого темени, ножевое ранение проникающее, то есть нож вошел в полость черепа, но счастье, что он не повредил твердую мозговую оболочку и не вызвал обильного кровотечения в полость черепа. Поэтому ситуация обошлась относительно удовлетворительно. По горячим следам задержан 19-летний житель области. В данное время он водворен в изолятор временного содержания УВД города Петропавловска. По данному факту следователям городского УВД начато досудебное расследование по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.